Давайте я, прежде чем объяснять конструкцию, объясню некоторые свойства световых лучей внутри эллипса, гиперболы и параболы. Они сами по себе интересны. Но я думаю, что, значит, возьмем луч света и выпустим из одного фокуса. Тогда после отражения он придет в другой фокус. Наверное, некоторые из вас это уже знают, да? Закон, проходя из одной точки после отражения, то есть угол, который образует свинги, он равен. Также аналогичные свойства справедливы для других кривых второго порядка, для параболы. В случае параболы свойства выходят. Если луч света выходит из фокуса, то после отражения от стенки параболы он дальше пойдет вдоль ее оси. Выпуская лучи, мы добьемся такого параллельного пучка лучей. Я думаю, что именно это вот у советского писателя Алексея Толстого есть такой роман «Гиперболоид инженера Гарина». Я думаю, что его следовало бы назвать параболоид все-таки инженера Гарина, потому что именно параболоид дает это свойство, когда из фокуса выходит пучок лучей, потом после отражения они все становятся параллельными. Также аналогичные свойства, если луч света придет снаружи, знаете, уже я для общего представления говорю, он идет, если луч света движется параллельно оси параболы, то после отражения он пойдет таким образом, что его продолжение отраженного луча пройдет через фокус. То есть такое. И раз уж я об этом начал, я еще скажу про гиперболу. Аналогичное свойство имеет место для гиперболы. Давайте возьмем гиперболу и идем к ней ветви. И если луч света выйдет из одного фокуса, после отражения он будет двигаться таким образом, чтобы продолжение этого луча как раз проходит через второй фокус. Есть еще вот такое свойство. У гиперболы есть даже более еще одно интересное свойство, может быть, еще более интересное. Если мы пустим луч таким образом, чтобы он был направлен по направлению к фокусу, то после отражения он пойдет так, чтобы его продолжение прошло через второй фокус. Он отразится еще раз. И после отражения он уже будет направлен на первый фокус. И так далее. Это можно продолжать дальше. В итоге получится такая ломаная, довольно легко проверить, что звенья этой ломаной будут сходиться к отрезку, который зажат горизонтально вот в точности между двумя вершинами этих гиперболы. Они будут сходиться к этому отрезку. То есть вот эта вот ломаная, этот луч, он будет идти, будет. И потом будет совершать бесконечное количество отражений, сходясь к отрезку наименьшей длины между этими гиперболами.